Зажечь на майские праздники так, чтобы не потребовалось вмешательство огнеборцев. 28 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. А это значит, ивановцам запрещено будет разводить костры в городской черте, в сельской местности, а также в лесопарковых зонах. Штрафы составляют в настоящее время от 2 до 4 тысяч рублей в соответствии с кодексом об административных правонарушениях, нарушениях требований пожарной безопасности. С конца апреля штрафы будут составлять в соответствии со второй частью статьи 20.4 нарушения требований пожарной безопасности в особый противопожарный режим от 2 до 4 тысяч рублей. Но это вовсе не означает, что традиционные для многих майские шашлыки отменяются. Закон запрещает лишь открытый огонь. Угли на мангале под эмбарго не попадают. Однако и в этом случае о мерах предосторожности забывать не следует. Обязательное условие – убедиться, что на территории вокруг мангала нет мусора, который может воспламениться. Сама жаровня не должна иметь повреждений и сквозных прогаров. При себе обязательно должны быть средства тушения и мобильный телефон. И самое важное – никогда не оставлять мангал без присмотра.